Вітаю вас у студії медіа холдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Новорічної ночі стаються дива, здійснюються бажання. Приходить Дід Мороз зі Снігуренькою. І вони не обійшли нашу програму стороною. Завітали до нас сьогодні. Ми дуже раді вас бачити. Дід Мороз, Снігуренька, зустрічаємо і дуже раді, що вони є сьогодні у нас. Вони принесли з собою свято. І якщо з'являються вони у нас, то звичайно, в домівках, в кожному дитячому і дорослому серці вони теж є. Як ви дісталися? Розкажіть, якою була дорога, чи довгою? Здравствуйте, дорогие друзья! Рады приветствовать вас вместе с Дедушкой Морозом. Привет, друзья! Очень рады встрече вместе с вами. Целый год мы ждали этот день, когда сможем поздравить вас, услышать все ваши заветные желания. Дорога была очень долгой, но интересной. И мы очень рады, что сегодня мы с вами наконец-то встретились. Да, дорогие друзья, ехали, добирались мы к вам аж с самого северного полюса на нашей волшебной тройке лошадей. Дорога была разная. Были метели, но и были солнечные дни. Поэтому мы добирались к вам по-разному. А что, вы еще досі ездите на санках? Знаете, Юлия, помощников у меня много, которые развозят подарки по всему свету. Нужно же успеть ко всем деткам. На разных машинах, даже на такси. Но я сам поздравляю всех детишек по всему миру именно 31 числа на своей волшебной тройке лошадей, которая весь год отдыхает у меня в стойле, ест волшебный овес, набирается, так сказать, сил, а потом я нагружаю целые сани подарков и с невероятной скоростью по всему свету развожу их и дарю детям. Вы дуже швидко до нас дісталися, и знаете, вот не пройшло навіть часу багато, а вы тут і вже такі класні, гарні, і якраз диво сталося. Дід Мороз зі Снігуренькою. А скажіть, будь ласка, от в яких стосунках ви з Сантою? Зараз діти деякі вірять в Санту, а деякі в Діда Мороза. Ну, нічого страшного. Кожного, як би говориться, свій волшебник. Санта-Клаус – це мій молодший брат. У мене є ще один брат – це Святой Николай. Є ще один брат в другой стране, в Фінляндії, допустим, Єлопуки. И в разных странах нас очень много таких волшебников. Но мы все дружим, мы все дружны, собираемся раз в год, обсуждаем, как кто колдует, у кого какое волшебство, кто что детям дарит, кто как елочку наряжает. В общем, настроение всегда у нас хорошее, и мы очень между собой дружим. Вот знаете, завжди хочется знать, сколько років дедусеві. Ой. Ну, я думаю, это секрет, да, дедушка? Не будем. Никто не скажет, не будем. Сколько вам років, дедусь. Вы знаете, помню, исполнялось мне 150 лет, потом, помню, 300 лет мне исполнялось, а потом я уже как-то и прекратил считать, сколько мне лет. Помню, вот, детишек маленьких помню, их родителей тоже маленькими помню, и бабушек, дедушек их маленькими, и дедушек бабушек, и бабушек дедушек. Даже не знаю, сколько мне лет уже, не считаю. Ну так, вы же всех помнятаете? Конечно, всех, до единого. Увижу, скажу, ой, Юлечка, здравствуйте, вас помню, маленькую такую под елочкой. А я вершики рассказывала, да, завжди. Да, помню, помню, танцевали мне, помню. Танцевала, так, все знает дедусь. Да. Ничего да. Від нього полон сил, не полон энергии, с удовольствием каждый год приходит к детворе. Делает зарядку, между прочим, друзья, занимается спортом. У нас дедушка спортивный, конечно. Поэтому, конечно же, будет еще очень-очень много лет радовать всех-всех-всех вокруг. Це обов'язково. А Снігуренька, ким доводиться? Онучкою дедусеві? По-разному приходится помогать дедушке. Ну, конечно же, я внучка. Конечно же, но и правая рука, помощница, и верная подруга. Мы с дедушкой плечо плечу, работаем, трудимся, да, у нас дружная семья, снеговички, лесные жители, снежинки, которые разлетаются по всему свету, дарят людям хорошее настроение праздничное, напоминают о том, что скоро Новый год, и мы вместе с Дедушкой Морозом вот-вот придем для того, чтобы поздравить всех, поэтому мы одна большая дружная, самая сказочная верная помощница семья. Моя, самая верная. Вы знаете, настолько такой у вас классный тандем, дедусь и Снігуренька, вони завжди разом, вони якось, знаєте, відчувають один одного і знають, що треба допомогти, якій дитині підказати. А можливо, хтось погано себе поводив. Що ж тоді робити?
Вы знаете, да, есть детишки, которые и не очень хорошо себя вели. Но мы стараемся радовать всех на свете. И иногда приходим, ругаем, но не сильно. Просто говорим, что не нужно так делать. Ведь для того, чтобы просто быть хорошим человеком, не нужно так много сил. Просто нужно кому-то помогать, и тебе скажут спасибо. И вот скажут тебе спасибо 1, 2, 3 раза. И чудеса случатся, и дедушка придет к тебе на Новый год и подарит подарок. А знаете, це тільки зараз так. А колись дідусь Мороз був дуже злим. Міг заморозити. І якщо щось не так, то не таке вже диво і ставалося. Ой, знаєте, це тому, що у мене не було стільки помічників. Дітишок було не так уж багато, це много-много років назад. Помічників у мене много ще не було. Я сам, вручную, брав дерев'яшечки, випілював різних подарочків, там зайчиків, білочок дерев'яних робив і всім дітишкам розвозив. Но детишкам не очень-то они нравились, небольшие такие деревянные подарочки. Кто-то говорил, дедушка, зачем они мне? Кто-то не играл, забывал про эти игрушки, поэтому я расстраивался. Но потом подумал, что нужны мне помощники. И наколдовал из снега, вот снегурочку себе, внученьку. Много разных помощников, снеговичков, разных животных, и теперь они мне помогают, и я теперь очень добрый. Бачите, як добре. А Снігуренька, скажіть, які зараз подарунки замовляють діти? Такі вони вибагливі, вони зараз вже не хочуть, що завгодно. Это правда. На самом деле, действительно, когда к нам приходят письма с детскими пожеланиями, мы с Дедушкой Морозом каждое письмо читаем внимательно, записываем в нашу волшебную книгу для подарков, и действительно, бывают очень разные желания. Бывают, конечно же, и игрушки, куклы, роботы, но очень часто дети загадывают машины, компьютеры, планшеты, современный мир. Поэтому мы с дедушкой тоже следим, конечно же, за технологиями. Вы, так сказать, в тренде, да, дедушка? Да, стараемся. Для того, чтобы каждому ребенку подарить то, о чем он мечтает, то, что он хочет. Поэтому, друзья, не стесняйтесь, пишите дедушке все-все-все свои самые заветные желания. Конечно же, ведите себя хорошо, обязательно слушайте родителей, пишите письма. А мы с Дедушкой Морозом будем стараться подарить вам все-все-все ваши подарки. Да, будем очень стараться, но обязательно нужно слушать родителей и быть хорошими детьми. Так, ну а если до вас придут и замовлять таке бажання, ну, яке дідусь не може виконати. Може бути? Да, такое может быть, но я постараюсь своим волшебным посохом наколдовать, чтобы в будущем этот маленький ребеночек стал взрослым и сам смог заработать или как-то приобрести себе этот подарок. Конечно, я не могу всем дарить там автомобили и так далее. Это очень тяжело. Я стараюсь как бы наколдовывать подарки. Посох не безграничного волшебства, как говорится. Но что смогу, то сделаю. Чи є у вас мішок, отой заповітний, великий, там, де все зібрано, всі бажання, і дідусь знає, що там повинно бути кожному, кожній дитині, навіть дорослим? Да, є мішок волшебний, він так з виду небольшой, але я туди руку свою, рукавичку волшебну запускаю, і можу любой почти подарочок достати. Але зараз цей мішочок у мене в санях лежить, його мої лошаді і помічники охороняють. А коли чекати подарунків? Це треба під ялиночку дивитись? 31-го сьогодні, ввечері, пізно? Так, конечно же, 31 числа в 12 часов ночи, когда пробьет последний бой курантов. А мы готовимся, уже трошки залишилося. Тогда, друзья, загадывайте самые заветные желания, чтобы Дедушка Мороз успел ваш подарочек положить к себе в волшебный мешок. Потом закрывайте глазки, бегом подбегайте к елочке, и ваш подарок будет вас ждать. Это правда? Да, я постараюсь. Возможно, если не успею к вам так, то вы ляжете спать, а когда проснетесь, под елочкой уже будет подарочек. Поэтому не расстраивайтесь, если его не будет вечером. Я ко всем сразу не успеваю. Возможно, подарочек положу к вам утром. Так, все може бути, звичайно. А і тут ще останнє, мабуть, питання вже до вас. Як зробити свято дійсно чудовим, дійсно чарівним, щоб виконувалися усі бажання, щоб дорослі і діти об'єднувалися в родини і справді, щоб тільки добро і радість були у наших сім'ях? Ну, ми з Дідусем Морозом
хотим, наверное, даже сказать это как пожелание всем зрителям. Самое главное для хорошего, доброго, душевного праздника – это вера в чудеса. Конечно, мы с Дедушкой Морозом иногда обижаемся, потому что многие не верят в нас, говорят, что нас не существует. Хотя вот мы здесь сидим, общаемся с вами. И самое главное – это верить в добро, в чудеса, делать самим добро, потому что чудеса, они живут вот здесь, в наших сердцах. Да, в наших сердцах. Поэтому, друзья, мечтайте, обязательно загадывайте желания, мечты превращайте в цели, и непременно праздник будет не только 31 декабря, да, дедушка? Да, каждый весь день. Ваш год, и не только год, будет всю вашу жизнь праздник. Обязательно верьте в чудеса, в разные хорошие моменты в жизни. Сами делайте добро, и тогда непременно все будет хорошо и здорово. Ви знаєте, такі чудові сьогодні Дід Мороз і Снігуронькою. Я вам дуже дякую, що завітали до нашої студії. Не побоялися тієї страшної дороги, не побоялися різних перешкод на вашому шляху. Прийшли, привітали, і справді отим теплом наповнилася і наша студія, і відчув кожен глядач, який дивився нашу програму. Знає, що ввечері сьогодні буде диво обов'язково. В кожній родині всі будуть об'єднуватись, радіти цьому життю, замовляти різні-різні бажання, і нехай цей рік буде найкращим у вашому житті. Дуже дякую вам. І хочеться вам спасибо большое, Юля, і всім нашим зрителям. З праздником. До встречи, друзі, совсем скоро вместе з Дедушкой Морозом будемо вас поздравляти. Пока-пока. До зустрічі, а ми зустрічаємось за декілька хвилин. Дива продовжуються.